А так вот, чтобы кого-то прям... Даже если вот иногда смотришь, половина моих там знакомых играет в ДБД, нахуй, а я за мана играю, блядь, ни разу не встречал никого из них, блядь. Ну, чтобы вот так в рандоме пересечься. Бля, ну если бы нам сейчас Юльку закинуло, она бы сразу ливнула из лобби, сказала, пошли вы нахуй, уроды, блядь. Я от вас нахуй ушла, а вы опять здесь. Что? Мы рандомы? Да, мы на рандомах, блядь, мы молчаливые Здорово рандомы. всем. Привет, Захар. Что-то запоздал, там надо было открыть. Вроде Да, как да, да, мы опаздывал, видите, видели, тебя позвать. вы видели, ты там играл в эти в зомби. Да. Да там куча сундуков на самом деле. Пиздец. Все закрыто. Вот. Так, по-моему, Что за Буба. крэк? Да, Я Буба. какое-то тело видел, по-моему, Буба. Да, Буба. Ах ты говнюк ёбаный! Ну хорошо, не пилой. Жизнь где-то. Хуба-буба. Бля, ну когда я за Бубу вчера сел играть, какой же он говно ебаное. У него еще лок стоит. Бля, я нашел себе ген, который не залоченный. А чё с Юлькой-то? А она, короче, обиделась Она не нахуй хочет с нами играть. и не хочет с нами играть больше. Ну как я и Ну и... предполагал. Ладно, она не хочет с Ну и Мигелем, да. пошла. Ну и... Ну и пойдет, ну пошла на лесо. Да, Пофигу. мы втроем сейчас всех. Я говорю, мы с Желтым вдвоем разматываем тут катки Оба, она просто. горит. А что это у нас? Сейчас еще я присоединюсь. Ну да, вот сейчас мы втроем точно всех порвем. Мигель, я чищу горящие, но без руина. Что мне делать? Чисти, чисти, нахуй. Мало ли что там у него, Вещи. блин. Вилкой чисти, серый. Тотема чисти вилкой. Нормально. Не Все, ловушка. мы выживем, блядь. Мы просто только в матч, ну, нас в матч забросило, и ты, Захар, подключился. Ой, блядь, он уже идет сюда. Короче, я типа сказал как-то раз нахуй, что типа мы с Серегой заебись вдвоем Вот играем. Она сука. обиделась и сказала, ну хуй с вами играйте вдвоем. И вот, Чё, а спиной сегодня ходит, ну? она сегодня меня только увидела в тусовке и сразу Свет. нахуй ливнула без объяснений. А я подумал, там втроем. Не, Что? мы с Серегой вдвоем пока тащим. Нормально. Как же это мне, сука, за тотем? Блять, вот Точно. если бы Джуса нахуй раскрутить, блять, мы вот прям заебись бы вчетвером бы нахуй. Могли бы играть. Но Джус не поддается, Джус вообще ни в какую не хочет. Блин, еще кого-то попилил. А нет. Он в шкафу нашел, блять. Ясно. Ясно, понятно. Блять, против Бубы в этом подвале страшно чинить. Более уже палетку там продал. Хуба-бу. Блять, что ты тут бегаешь, черт? Напугал нахуй, я уже обосрался. Захар, у нас тут такой матч был прикольный, блять. Играли с Они ну, посреди поля вот этот, в колдвине. Барбекю. Он, короче, пиздец, он повесил только одного чувака за весь матч, мы все 5 генов дали и убежали, нахуй. То есть вообще какой-то настолько донный Они, это просто, блядь, Вернулся, мем. плюс получил, под кем привык. Он меня тут хотел отогнать от Гена, а потом что-то О. ушел. Хорошо, у него гибели Франклина не было. Он бы мне толбоксик выбил. Нет, нет, Прикольно, я нет, почистил нет, нет, тотем, нет, но нет, он до нет, сих нет, пор. только не это, сука, зачем ты его сюда привел? Я же почти дал. Ну все, можно умирать, я дал. Чик-чик, не умирай. Так, что происходит? Я слышу террор, но не вижу упыря этого. А, он выпал из окна, нахуй, с другой стороны лошара, ну поганый. Надеюсь, он меня не видел, когда выпрыгивал. Тут просто сасный шкафчик стоит, я хочу его облутать. Может, там аптечка, потому что я раненый. Отлично. Зеленая! Вообще шикарно! Ну все, живем. Живем же?
Или нет? Что происходит? Где ты? Я слышу тебя, упырь. Ладно, я успею долечиться, я думаю. Если у него глаз мерзы, конечно, мне пиздец. Давай, 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 Стиви, ты сможешь. В смысле зеленая аптечка так быстро кончилась? На один раз? Она же зеленая. На один раз, но она быстрая. А-а-а. Так, а ты в подвале дал ген или что? Или зассал? Судя по тишине, зассал. А, нет. Тарахтит что-то вроде. Нихуя себе без звука, блядь, запустил ты. Кстати, да, я не слышал вообще его пилу ни разу за матч, а он кого-то пилил там нахуй. Это что за обилка такая? О, фарм, фарм. Очки, очки. Так, я уже два тотема снял. Вообще звук пилы не идет. Даже не слышно, заводит он ее или нет. Я слышу. Вот сейчас я слышал жужу, он там сделал пилой своей. Скоро меня попилит больно. Или меня. Или нет. Он ушел, он меня бросил. Я слышу радиус террора. А ты где был, на главной улице или на задворке? Я был на конце. На главной. В смысле, у дороги? Да. У дороги. Бля, просто слышу его террор так близко. Так, ну что-то я без дела все слоняюсь нахуй. Где гены? Здесь должен быть. Да ладно, и здесь завели. Блять, я все три гена, которые нашел, все заведенные. А, ну да, все незаведенные на улице остались, сука. Тихо ты. Опа. О, Джей Коттер гоняет. Догнал. Блять, на заднем дворе же должен быть еще ген где-то, нет? Где-то в ебенях. Что на дороге... Кстати, на улице все починили? В домах все починили. На улице нет, нихуя не... Один еще не починили. Блять, точно, барбекю. Беги, беги сюда, ублюдок. Я тебя не боюсь. О, зеленый тулбокс, ништяк. Да не дергайся, мудила, я тебя сейчас сниму. Ну, я надеюсь. Ой, пизда. Живи, Сереженька. Да хорош зарядку делать, дятел. Ну и куда ты помчался? Сняли хлопцы там? Да. Блять, Боба бежит сюда. Он бежит за мной, да? Отлично, нахуй. Няга, Буба. Его заебал, да. Или за этим он бежит, я не пойму, блядь. За кем из нас он бежит, нахуй? За мной. Он за мной бежит. Чините. Так, здесь ни одного окна, да? Нет, я так полагаю. Сука! Вот это обидно сейчас было. А хуй тебе нахуй. В жопу себе пилу свою запихни на. Чмо, блядь. Живи там нахуй. Я мансю просто как отец на. Папа и отец. Че, все? Сдулся? Это все, что ты можешь? Один раз вокруг подвала оббегал их, все, и до свидания. Ну ладно. Ой, бля. Валить надо. Так, я бы помнил, где здесь ворота еще, на этой карте. Не справился с управлением. Лох поганый.
Ну, короче, там, видать, сидит такой же, как я, нахуй, который на бубе так себе играет. Так, ворота открыли одни, хорошо. Справа или слева только вот. Бля, пофармить, не пофармить. Я пожалею же об этом, да, сейчас? Ну, мне деньги нужны. Мне надо качать. Да ты ж не доедешь. Блять, а где ворота-то нахуй? Ага, вон они открытые. Нет, не открытые. Закрытые, а какого хуя? Осторожно, он где-то там может сейчас ползает. Да пошел он, я его не боюсь. Ну. Пускай поцелует мою, блядь, пушистую мексиканскую задницу. Все, я вторые ворота открыл. Ну где ты, инвалид? Умственного труда. Он не хочет идти? Он обиделся? Не идет. Ну и ладно. Я пошел, короче, до свидания. Ну что, неплохо я так помансил от Бубы, но... Могу, умею, практикую.